Кто такой человек-вентилятор? Как вы думаете, что будет, если смешать различные радиационные отходы, неправильно подключенные провода, тело мертвого профессора и сбитый со стола вентилятор? Я думаю, что вы уже догадались. Получится максимально странный супергерой под названием Человек-вентилятор. В его способности входят суперсила и полет. Также человек-бытовая техника умеет дуть своим вентилятором настолько сильно, что можно сдуть человека. Человек-вентилятор является русским супергероем, который впервые появился в своем же сольнике в 2018 году. Что ж, моя копилочка со странными супергероями пополнилась еще одним новичком.